Так, я еще раз обращаюсь к Колинсам. Сейчас я жду, если появится кто-нибудь из зрителей. Напиши, если кто-то есть из зрителей, напишите в чат. Ну, в общем, даже если нет ни одного зрителя, я начинаю. Мне просто нужно знать, как меня слышно. Слышно или нет. Вроде слышно.
Я делаю сейчас обращение очередное к тебе. Ты сейчас послушай меня. И прошу тебя, сделай то, что я тебя, о чем я тебя попрошу. Просто просьба. Я художник Александр Алёнин, псевдоним Тихон Мышкин. Я переехал от своих родителей больше года назад и живу в отдельном, ну, в отдельной квартире. И я на своем личном опыте знаю, что такое жить с родителями в простой русской семье, где... Ну или не русской семье, неважно. В простой семье, где родители даже не разговаривают со своими, с тобой, где они истерят, где неполная семья, где тебя бьют, там, унижают каждый день. Ты, у тебя даже до суицидальных мыслей доходит, выгоняют из дому. Я обращаюсь вот именно к тебе, кто меня смотрит. Если ты учишься в каком-нибудь 11 классе или в колледже, или знаешь кого-нибудь, у кого проблемы такие есть, то покажи им это видео или расскажи вкусно, или скажи, что вот есть такой человек, он может помочь. Под ссылки будут описания на мою страницу ВКонтакте и на группу VK.com Outsider Art. Почему я делаю это? Спросишь, ну, вопрос может быть задашь. Почему я бесплатно? Как так можно бесплатно кому-то помочь? Ну, во-первых, потому что я сам очень сильно страдал, когда жил с матерью, ну, с мамой. У отца настолько тесная хрущевка, что там просто невозможно жить. Это, ну, он привык, но на самом деле это не человеческие условия. А моя мама, она как бы склонна к контролю, как и бабушка. То есть я воспитывался бабушкой и мамой. Они постоянно орали друг на друга там. Я не хочу, не осуждаю их ни в коем случае, просто я знаю, что это такое, вот, если ты из такой семьи, где с тобой не разговаривают, где ругаются постоянно, где по каждой мелочи тебя, на тебя орут, тебе очень плохо. Я художник. Я могу рассказать о себе, ты можешь увидеть обо мне информацию в моих видео предыдущих. Я вкратце, я городской художник, занимаюсь тем, моя мечта разрисовать город серый, но пока что это. И у меня есть некоторые рисунки, и следующее видео я сделаю, точнее через видео я сделаю подкаст, где будут показаны мои фотографии, где я без бороды или где я побритый, и где и будут показаны, ну, сменяться, слайд-шоу будет. Мой голос, слайд-шоу из моих рисунков, моих картин, моих, все мои картины и моих фотографий. Ты меня там даже не узнаешь без бороды, ну, когда я сбрил, где я сбрил бороду, там, без очков, длинные волосы. Я буду говорить то же самое, что буду говорить не то же самое, буду говорить разные вещи, в том числе и про то, что я вот ищу девушку либо какую-нибудь, ну, как сказать более нейтрально, неважно кого, кто, какого пола, то есть ищу, кто бы мог пожить у меня,
Сам я гетеронормативный человек, то есть я люблю только девушек, и то есть на всякий случай, я не знаю, так скажу, может это кому-то, ну, беспокоит кого-то. Здесь в квартире у меня хоть и бардак сейчас, но здесь все есть, все, что нужно для жизни. Wi-Fi есть, вы будете получать бесплатный Wi-Fi. Вы, не знаю, лекарства какие-нибудь. От головной боли, например, Стромон П, там еще от несварения желудка есть, есть посуда, есть плитка, микроволновка, холодильник работающий, ванна, там горячая, холодная вода, все есть. Я такой человек очень спокойный, я никогда не буду никого, ни на кого кричать. То есть если вы живете с родителями, как я вот жил, которые постоянно кричали, ну такой темперамент, то здесь вы обретете спокойствие, покой. Если вам, ну, и вы, я не знаю, и причем это, я так полагаю, бесплатно, то есть, я не знаю, у меня не было еще опыта такого, что кто-то, я все время здесь один живу. Просто-напросто я, как бы, в основном здесь город, это, ну, люди ходят по дискотекам или по каким-то местам, напиваются, дерутся, там, все такое, или просто, я не знаю, я не вписываюсь в их среду, я не хожу по клубам никаким, не связываюсь ни с какими блудницами, если так можно назвать. И у меня, ну, просто я рисую каждый день пейзажи. И раньше я еще рисовал депрессивные картины. Про меня делал обзор такой видеоблогер, как Рома Механик, в 2016 году, в январе, но я решил удалить этот обзор. То есть мы решили удалить с ним обзор. Вы можете смотреть, ну, это очень неважно. У меня нет аудитории, я просто обращаюсь, вот я живу в Железногорске Красноярского края, то есть это неважно, Железногорск, хоть он и закрытый город, но я с отцом, у него газель, мы встретим тебя, третьим или того, кого ты захочешь спасти от возможного суицида, до которого его или ее доведут родители истеричные, где отец алкоголик, как обычно, а мать истеричка или мать одиночка и орет, и унижает, не понимает, или ты же, или кто-то, кто живет в невыносимых условиях, допустим, там снимает комнату какой-то злобной расценщицы, не знаю. И вот я прошу тебя, просто расскажи хоть устно. Сначала устно расскажи, что такой человек есть, а потом покажи, если человек заинтересуется, покажи мои видео, покажи мои фото, мои картины, чтобы он увидел, что я, ну, что не, ну, это действительно интересно, что-то чудо, какое-то чудо в жизни. Я вот рисовал с 17 лет в своем городе на серых плитках пейзажи мелками, и в видео там, следующее будет там, просто разговорное, опять же, об этой теме.
А следующее видео будет с тобой вид мои рисунки, вот именно, которые я рисовал в своем городе за свои средства руками. Я ни копейки за это не заработал. Я просто бескорыстно рисовал, подрабатывал, ну, я уже рассказывал, подрабатывал грузчиком, расклещиком объявлений там разные. И здесь все есть. По поводу личного пространства, как бы, я не знаю, я сам человек очень тихий, я не буду тебе мешать никак. Я просто молча, тихо рисую, в углу сижу. Не знаю, личное пространство, ты можешь спать, например, я не знаю, я принесу второй матрас, например, или могу даже третий где-то раздобыть, или кровать перевезти с маминой квартиры. Комфортно достаточно. Кровать. Потом, что еще? Я не курю, я не пью. Я единственное пробовал пить только, чтобы понять тех людей, которые пьют вот этот алкоголь, отвратительный. Но если ты пьешь, допустим, и тебе обязательно нужно, чтобы кто-то с тобой выпил, то я могу выпить с тобой. Просто я буду пить какие-нибудь коктейли, которые заглушают вкус этого алкоголя. Если это необходимо. Но курить я против. Я не переношу курение. Если ты куришь, то на улице только. Прости, пожалуйста. Вот, я уже больше года живу здесь один. Я принимаю антидепрессанты. У меня нет друзей в городе. Никто, вообще здесь никто не ценит мои рисунки в реальности, в городе. Ну, может, кроме там единиц. А больше я получаю негатива за свои рисунки, которые ты увидишь в следующем видео, в слайд-шоу. Я застенчивый человек, и я не знаю, что еще сказать. Вот я прошу тебя, прямо тебя. У меня, вот ты правильно сказал, что у меня нету очень мало подписчиков на канале, там очень мало вообще людей, кто смотрит. Но я прошу тебя, расскажи об этом в своем классе, в своей колледже, в институте, где угодно. Я не знаю, в общежитии или где. Если этот человек не отморозок, или какая-то не совсем там такая, знаешь, быдло поведение девушка, то я помогу ей. Помогу, пусть живет у меня. Я ничем не буду никак мешать. Я просто тихонько рисую или записываю видеоблоги. Ничем, никаким образом я ей не помешаю. Я не храплю. Что еще? Не знаю. У меня нет никаких приступов агрессии или еще чего-то такого. Что сказать? Пожалуйста, расскажи это всем, кому можешь. И разнеси это видео, где можешь. Но чтобы для того, чтобы вам не казалось, что это какой-то перед вами сумасшедший, или маньяк какой-то, который просто так бесплатно, потому что, как известно, бесплатно у нас такая есть поговорка в народе, бесплатно только сыр в мышеловке, то я тогда скажу так,
Сейчас я даже зачитаю. Сейчас открою вот ВККОМ Outsider Art. Страница Александра Ленина ВККОМ Outsider Art. Там ссылка будет на меня. Мой псевдоним Тихон Мышкин. Значит, сейчас я даже зачитаю. То есть, кстати, мои рисунки некоторые, ну, это не самые лучшие, просто так, чтобы показать. У меня материалов нету для рисования, поэтому я использую фломастеры. Я думаю, получаются такие рисунки грубые. Вот, например, что мне необходимо, если ты можешь мне помочь. То есть я тебе помогу, да, тем, что ты переедешь от своих, ну, от своих ужасных условий, в которых ты живешь, в более-менее нормально. Не сказать, что здесь дворец. Это просто однокомнатная хрущевка, но она хватит здесь места вполне. Здесь все есть. И тебе будет хорошо от этого. Я принесу тебе этим пользу. Сейчас, секунду. Никого нету. Почему-то зрителей. Ладно. Сейчас проверю, слышно меня вообще нет. Это просто знаком. Да, слышно. И, в общем, если ты можешь мне чем-то помочь, чем угодно, то я буду только рад. То есть, вот первый факт, что я с 17 лет рисую для своего города за свои средства мелками. Ну, я могу даже показать такими, ну, примерно такими детскими мелками рисую для своего города. И не получаю за это ни копейки. И эти рисунки смывают дождем или просто, если на стене, если меня не наорут на меня, не вызовут полицию за пейзажи на стене мелками светлый, на серой постапокалиптической стене провинциального города, то этот пейзаж там остается на многие годы и радует жителей. И я ни копейки за это не получил. Всю жизнь просто бесплатно рисовал, у меня не появилось. У меня появилась, может быть, одна, да, подруга просто, ну, она как знакомая. Ну, то есть она меня познакомила с одним, ну, с одним человеком, который иногда подвозит меня до Красноярска бесплатно. Вот единственный какой плюс. Так вот сложилось. А так больше никого, ни друзей, ни подруг там не нашел. Я рисовал на площади, рисовал на краю города. А те, кто были друзья, они уехали в Петербург, в Москву. Так. Жаль, что никого нету на трансляции. Так, я еще раз обращаюсь. Может, тоже мне чем-то помочь. Значит, я сделал обращение еще. Сейчас выложу видео некачественное. Следующее видео я сделаю более качественным, и там не будет моего лица, там будут мои фотографии, там с бородой, без бороды, и чередоваться с моими рисунками. Да, также там будут вот экспрессивные, депрессивные рисунки, помимо пейзажей светлых. Я рисую как светлые, так и мрачные рисунки, картины. Значит,
Вот я сейчас скажу, что я от вас хотел бы. Какую бы помощь для себя от вас. Если вы можете чем-то мне помочь из этого, то вот у меня список. Если кто-то из вас знает, как сделать плитки с бетонной плитки, знаете, вот такие, на которых я рисовал, как или как подвести, провести подсветку, может, кто-то разбирается в электрике, или кто разбирается с покрытием для... Потому что я мечтаю сделать плитки с подсветкой и покрытием для улучшения города, чтобы вместо серых тротуаров или стен были такие плитки, разрисованные моими пейзажами, покрытые специальным раствором либо жидким стеклом, чтобы они были невозможно было их повредить. И с такой вот, как на елочке какой-нибудь, такой небольшой подсветкой, это было бы идеально просто. Но если вы не можете это сделать, то все равно вы можете жить у меня, и я ничего не требую. Это просто просьба, просто вопрос. Здесь у меня несколько пунктов. Если какой-то из этих пунктов у вас есть знакомый, кто может помочь, или вы можете помочь, то запишите где-нибудь, галочку поставьте, чтобы не забыть. Значит, съемка моих рисунков. Я каждый день рисую, и мне приходится снимать свои рисунки на совершенно... На телефон, который уже давно вышел из продаж. То есть Lenovo. Снимаю его, ставлю его здесь на такие специальные устройства и снимаю, то есть, потому что я один. У меня был фотоаппарат, но он сломался после того, как я в Таиланд ездил. Он у меня еще до этого глючил, он 2013 года сильно глючил и бывало уже чуть не работал. Он там и под дождь попадал, и все, я рисовал очень много на улице. Значит... Нет, никто не появился. Это я сам свою трансляцию открыл. Сейчас вот закрыл. Никто из зрителей не появился. Ладно, я говорю. Получается пустоту. Тут вы можете комментировать, ставить метки. Значит, говорил, съемка моих рисунков. Вот мне приходится снимать на телефон, и это очень плохое качество, и он быстро разряжается. Если у тебя есть карта памяти большого объема для меня, то ты можешь поделиться, например, со мной взамен на то, что будешь жить у меня, потому что я нуждаюсь в этом. Если у тебя есть или можешь эту карту памяти потом забрать, когда уйдешь от меня. Если у тебя есть фотоаппарат, вот смотри сейчас. Вот у меня два фотоаппарата. Один очень плохого качества вообще, и он сломался недавно. То есть вот нажимаю. Вот что показываю, что там, он вообще не работает, заглох. А вот основной фотоаппарат, который я купил в 2013 году и на который я снимал большинство своих рисунков. То есть он, конечно, не самый лучший, не передает всех оттенков, но если у тебя есть, он тоже не работает, потому что у него вода попала в Таиланде. Просто темнота.
ничего нету, ничего не работает. Если у тебя есть какой-нибудь фотоаппарат, который снимает на видео, качество хотя бы такого, или если лучше, то хорошо. То я просто прошу тебя не подарить мне его, а не подарить, а просто на то время, пока ты будешь жить у меня, когда я буду рисовать, снимать процесс, я буду прикреплять его на специальный штатив, у меня вот штатив есть. Обычный штатив, в общем, нормальный. И крепление, вот. Я буду прикреплять его к штативу или как-то... Или ты можешь руками держать, если ты захочешь. И снимать процесс рисования. И желательно там карту памяти на много гигабайт, как можно больше. Вот, если у тебя профессиональный фотоаппарат, то это просто прекрасно. И все, то есть, когда ты уйдешь, то есть, этот фотоаппарат, ты просто будешь снимать только процесс рисования. Я не рисую 24/7, а я рисую просто какое-то время, затем мне нужно отдохнуть там. То есть, тебе не придется с этим сильно беспокоиться, париться. Если у тебя нет фотоаппарата, то все равно можешь пожить у меня, если мы пообщаемся по ВКонтакте или по WhatsApp, или по Skype, или где посмотрим вообще друг друга, понятно будет, сможем ли мы ужиться. Потом третье. С кем открыть художественную школу частную? Потому что государственные школы говно. Прости, пожалуйста, за мат. Государственные школы — это ужас. Это как и художественные школы государственные. Я мечтаю открыть свою частную художественную школу, потому что я, когда рисовал все время, я молча рисовал. Я только недавно стал много говорить, раньше я молчал всегда. То ребятишки, просто откуда ни возьмись, подходили ребятишки, хотя я рисовал на краю города, где, и разбирали мои мелки, и повторяли за мной мои движения. И когда я сдувал меловую пыль, они тоже сдували, это так забавно было. Я просто молчал, затем они уходили, я мелки собирал, когда закончил свой рисунок, фотографировал свой рисунок, тогда у меня был очень... плохой фотоаппарат вообще. Я купил за свои средства, работая на заводе, который производил радиаторы, я коробки делал в 2008 году. И все рисунки, фотографии старые, внуками, они на этот фотоаппарат сделаны. Дальше 2013-го на вот этот. Но я не заставляю тебя открывать художественную школу частную. Просто если ты можешь как-то с этим помочь, то я буду рад. Если нет, то все равно я тоже буду рад тебя видеть. Буду рад тебя видеть. Потом, кто сфоткает меня в образе Иисуса? Прости за столь эгоистичный пункт. Просто у меня такая мысль была, что если сфоткаться, так может кому-то интересно это. Или использовать этот образ. Кто-то может использовать этот образ в театре или в кино, или фотографии или в каком-нибудь там фильме, не знаю.
не знаю, то когда у меня волосы отрастут, в принципе, там вы увидите фотографии, и вообще на моем канале вы увидите видео насчет налога на тунеядство, если ведете популярные видео, вы увидите, какая у меня внешность была, когда у меня были длинные волосы, что реально меня назвали Иисусом, что мне не нравилось. Потом это... Ну, я не считаю себя Иисусом, я обычный человек, простой. Такой же, как и вы, все. Блог про Басту, где я Иисус. Ну, в общем, я собираюсь снимать видеоблоги наподобие блога про налог на тунеядство, там со всякими сценами, ну, типа мини-фильм такой, с юмором. Но одному тяжело, если ты можешь мне помочь, то это просто было бы отлично, чтобы второй человек был, девушка или парень, кто бы помог снять. У меня есть идеи, рождаются смешные там, то есть интересный получится блог, но он будет направлен теперь уже не против налога на тунеядство, а в основном против банковской системы. Там в основном будет такой юмор. В голове появляются сюжеты. Продолжить снимать блоги творчески. Магния тревоги. Мне вот одна девушка посоветовала, ну, по WhatsApp общаюсь, она рассказывает мне о, ну, просто выговаривается, звонит, рассказывает о своих проблемах, о том, что парень, как ее парень бросил. И она нуждается в том, кто будет слушать ее, потому что ей очень тяжело. Я слушаю с пониманием, потому что у меня есть эмпатия, сочувствие, меня самого. Я сам это пережил очень давно, и до сих пор мне тяжело. И у меня вообще как бы в жизни нету, до сих пор, как меня девушка разлюбила из Москвы, которая была, мы вместе были 3 года, ездили друг к другу, даже бродяжничали по Москве, но вместе, как Сиды Нэнси. Вот только мы не курили, не пили, ничего. Ну, в общем, с тех пор у меня вообще нету ни объятий, ничего, ни общения такого. Я пробовал на сайте знакомств, но это какая-то полная ерунда. Там. В моем городе очень мало выбора. Та девушка, которая там была, она, ну, я ей не, как бы она просто проигнорировала, я написал в очередной раз привет, она проигнорировала, и я больше не написал ничего, потому что я ненавязчивый человек, ну, я понял, что ей неинтересно со мной, хотя я показывал ей свои рисунки, может, ей нужен тот, кто, у кого много денег, или машина какая-то, я не знаю. Или какой-то брутальный человек. И значит, я не знаю. Или может у нее вообще кто-то есть. Неважно. И вот она, вот та, которая из Ульяновска, она звонит и, ну, как бы плачет, там, рассказывает, как ей тяжело. Я слушаю там, ну, с пониманием. И она вот как-то мне вначале, когда мы еще созванивались, она посоветовала мне пить магний от тревоги. И вот я не знал про это. Если вы что-нибудь знаете про это, то вы можете помочь мне, например. Если вы знаете, где купить магний, который не пустышки, ну, потому что в нашем мире капиталистическом зачастую продают, обманывают, там,
пустоту просто отдают место. Действительно. Чего-то полезного. Ну, как и в любом мире вообще. Если вы знаете какую-то фирму, или где можно купить, заказать, или у вас есть магний, или какие-то микроэлементы, которые помогают вообще здоровью, вы можете тоже, ну, имеется в виду легальные. То есть микроэлементы типа магний, там, вот, которые действительно содержат магний, или что-то подобное, или какой-то другой такой элемент, то вы можете просто привести мне и поделиться со мной в качестве благодарности за то, что, ну, вы живете у меня бесплатно. Ну а если нет, то все равно я рад буду видеть тебя у себя дома. Потом в край. У меня даже нет друзей в Красноярском крае. В Красноярске, то есть там была одна девушка, которая вроде обещала, что я смогу остановиться. Ну, она с мужем живет. Мне нужно было в аптеку съездить и там переждать до вечера, чтобы назад уехать. Ну, меня забанил, я не знаю почему. В Москве. Потом мне волновались в Москве на Выхино жить. То есть, смотрите, вам лучше торопиться, потому что возможно, что я, если никого не найду, кто согласится здесь пожить со мной или как-то все увидит, то я тогда уеду, скорее всего, в Москву и там буду жить на Выхино. Достаточно долго. Ну, или не знаю сколько. А может, и не уеду. Неизвестно, если действительно нужно. Потом такой еще вот глупый пункт. Голос Масяни. В общем, я записывал подкаст. Ну, записывал как-то на вебку, и там, знаете, бывает. Искажает голос, он становится таким пиксельным голосом, не похожим на голос Масяни, но даже более такой пиксельный. Если кто-то знает, может помочь восстановить голос, потому что я там, ну, я душу вкладываю в свою речь, или в рисование, или в музыку, когда музыкой занимался на скрипке, как-то. То если кто-то может, кто знает, как восстановить, тоже помогите. И значит, еще там добавить пункт надо, это то, что у меня проблемы с обработкой видео. То есть у меня очень много уходит времени и нервов, и у меня нет нормальной проги для того, чтобы. У меня есть Sony Vegas, но он очень плохо обрабатывает. Там файл какой-нибудь весит много гигабайт, поэтому и он полдня обрабатывает. У меня Windows 7. Если кто-то может помочь мне с обработкой видео моего рисования или моих обращений, перевести на английский язык, это было бы очень полезно для меня. И вы бы могли действительно мне очень сильно помочь в этом. Если кто знает английский язык, вы можете мое видео просто озвучить на английском языке или хотя бы субтитры сделать на английском. И я буду очень благодарен. Либо помочь с обработкой, обработкой видео, фото и выкладывать в интернет. И еще вот такая вот странная просьба, которая как покажется многим какой-то очень, очень странной и оскорбительной, наверное. Я просто, у меня немного тревожное расстройство. Мне тяжело, очень много энергии уходит на то, чтобы. Я в основном захожу в ВКонтакт, чтобы выложить свое творчество, а не для того, чтобы переписываться с кем-то, там, болтать.
И поэтому я, и когда там кто-то пишет какие-то угрозы или какую-то гадость, ну, потому что в Рунете, ну, вы же все же понимаете, что такое Рунет, да, это токсичное место. Любой сталкивался с травлей, с оскорблениями, прочим, с троллингом там, и так далее. Просто чтобы вы могли помочь мне, просто вот, если ты девушка, допустим, вот, то есть, вот задумайся, насколько я, в кавычках, ревнивый, если я своей девушке полностью давал свою страницу смотреть с начала до конца, и дневники рукописные читать, и все полностью открыто для нее. Она видела, никогда не изменяла. И даже после того, как она возлюбила меня. И вот я, если, ну, я буду тебе доверять, если это парень, девушка, я буду тебе доверять, что ты не испортишь, не сделаешь никакой подлости, там, не удалишь там мою страницу, все там не испортишь, а просто поможешь мне в сообщении, отсеешь спам, отсеешь там, ну, не спам, а сообщение, где какой-то гад, какой-то, ну, ни о чем, негатив какой-то пишут, гадость какую-то бывает. И посмотришь там, где, если кто-то что-то по делу предлагает, я делал обращение бизнесменам, владельцам мелких магазинов и так далее, чтобы разрисовать их стены бесплатно, чтобы у них увеличился поток посетителей и денег были больше. И так далее, разные обращения. Вот, если кто-то по делу там что-то напишет или просто что-то хорошее, то ты такой, оставь это, и чтобы я посмотрел там, скажешь, вот посмотри, такой. Ты можешь поиздеваться, посмеяться над тем, что я настолько, типа, жалок, что я не могу сам. Я всю жизнь сам один читаю сообщения, и там у меня просто с сердцем проблемы, начинает колотиться, и я ничего не могу с этим поделать. Я очень ранимый человек, ну, то есть в хорошем смысле, то есть я не агрессивный, а просто близко к сердцу воспринимаю все и тяжело переживаю просто внутри. Я когда ложусь спать, допустим, мне кто-то гадость там напишет, я ложусь спать, и просто у меня сердце колотится. Я таким образом быстрее только умру от инфаркта. А ты мог бы мне помочь. То есть я посещаю врача, психиатра, у меня реально проблемы. Ну, есть депрессия, тревога, тревожность. Поэтому это не просто так, какой-то блажь, а это действительно то, что мне поможет. Если кто-то, девушка или парень, будет помогать мне, потому что там бывает пишут по делу, а я долго не отвечаю или вообще даже не замечаю, потому что мне бывает тяжело, вообще страшно посмотреть сообщение, прочитать. Ну, я, у меня очень много энергии уходит вообще на переписку. Так. Это бы очень помогло мне, хотя тебе это ничего бы не стоило. И особенно очень важно перевести, если кто-то может перевести на английский язык мои обращения, мои видео по поводу вот, бизнесменам обращения, по поводу мастер-класса, по поводу антивоенной речи и рисунка, то это бы очень помогло мне, если бы еще можно было это разместить где-то, где
хотя бы восприняли. Ну, это просто очень помогло мне. У меня, к сожалению, у меня плохо с английским. Но с русским нормально. Языком, вот. Ну вот, если что-то тебе из этого списка показалось интересным, или ты можешь чем-то помочь, и у тебя такие тяжелые условия дома, то пожалуйста. А если ты ничего из этого списка, как бы, ты не разбираешься, у тебя нету, ничем не можешь помочь из этого списка, то все равно это не означает, что я... Ну, это ничего не значит плохого. То есть все равно можешь у меня пожить, если ты, ну, хороший человек или хорошая девушка-человек. Просто вот ты родилась, да, в такой семье, в такой среде тяжелой. Здесь ты обретешь спокойствие абсолютно. Здесь никто на тебя не будет ни кричать вообще никогда. Наоборот, будем морально друг друга поддерживать, там, говорить добрые слова друг другу, не знаю, если захочешь. Ну, все, что захочешь. Вот. Вот все. Прошу тебя, расскажи об этом устно всем, кому можешь, и покажи им это видео. Ну, им занудно будет смотреть это видео. Просто расскажи устно, кому можешь, а потом покажи видео, если кому-то кто-то сможет это видео посмотреть, потому что я медленно говорю, к сожалению. Ладно, спасибо за внимание, никого не было на стриме. Я надеюсь, что до кого-то это видео дойдет, кто-то это услышит, надеюсь, что ты это услышишь, прослушаешь и откликнешься и найдешь их людей, или сам ты нуждаешься в этом. Что нам в концовке сказать? То есть у меня проблемы, я в основном занимаюсь рисованием, и у меня больше времени уходит на обработку видео и то, чтобы выложить, ну, бесплатно. Я все время бесплатно выкладываю свое творчество, ничего за это не прося, открытый доступ. Только один раз я попросил донаты на лекарства, ощущая полный стыд. Я думал, что никто не задонатит, а будут только позорить меня и всю жизнь. Клеймо на мне за то, что я посмел просить донаты на лекарства. Но мне задонатили добрые люди. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Желаю вам всего хорошего, счастья. И чтобы вас карма наградила, и чтобы вас Бог как-то наградил, чтобы вас жизнь, карма, ну, жизнь, вот, во что вы верите, наградила за это. Спасибо вам огромное. Я не знаю даже, как вас отблагодарить. Я продолжаю рисовать, и вот я хочу тоже помочь кому-то, кому-либо. Прошу тебя, расскажи об этом. Посмотри это видео и расскажи всем, кому можешь. Всем расскажи, что такое есть возможность. Всем, кто нуждается в этом. Вот. Все. Никого нету на стриме, я один. Если ты можешь каким-то образом помочь мне аудиторию каких-то нормальных, ну, образно говоря, нормальных людей найти, которые будут меня смотреть, то это тоже помощь, в принципе, тоже. В общем, это был Александр Аленин, Тихон Мышкин, псевдоним. Можешь мне найти ВКонтакте, написать мне, либо, я не знаю, если ты не ВКонтакте. Я есть в Инстаграме. Я есть
Я не знаю, могу оставить свой телефон, не знаю, правильно ли это делать. В одну. Ты можешь меня найти, если захочешь. В соцсети. Ладно. Прошу тебя. Вот. Помоги. Я нуждаюсь. Я живу в одиночестве, мне очень плохо. От этого. И я могу помочь людям, которые нуждаются в помощи просто. Которые будут рады жить хотя бы в спокойной обстановке. Я просто, мой отец, например, он очень спокойный человек, а моя мама и бабушка очень агрессивны, очень такие истеричны. Ну, я не осуждаю ни в коем случае. Я люблю их, хорошо отношусь, просто вот ты попадешь от вот таких вот к такому, как мой отец, к спокойному. Который спокойно, ну, ты почувствуешь просто себя гораздо лучше здесь. Вот еще помощь. Ну все, я завершаю трансляцию. Надеюсь, кто-нибудь услышит, пожалуйста. Репостите это, расскажите это везде, где можно. Вот все. Больше мне нечего пока что сказать. Дальше я буду еще вкладывать видео, обращения такие.